Семена капусты белокочанный лоцман F1 порадуют возможностью вырастить крупные кочаны, устойчивые к растрескиванию. Урожай созревает за 85 дней после появления ростков. Этот сорт устойчив к бактериозу и многим распространенным заболеваниям. Капуста белокочанная лоцман F1 отличается превосходным вкусом в квашеном или свежем виде. Сочные нежные листья отлично подходят для приготовления салатов, супов и гарниров. Красивые округлые кочаны пользуются популярностью у покупателей, их можно выращивать на продажу. Верхние листья имеют привлекательную зеленую окраску и блестящую поверхность со светлыми прожилками. В разрезе кочаны белые. Капуста белокочанная лоцман F1 – это однолетнее растение. Капуста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Капуста белокочанная лоцман F1 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды капусты созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 2500 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма плода округло-плоская. Цвет плода белый. Вкус отменный вкус. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.